Об актерском мастерстве из первых уст. В Иваново приехал Михаил Политимака, актер театра и кино. Он провел мастер-класс для ребят, увлекающихся съемкой видео. Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Прекрасно. Значит, прочти это стихотворение сейчас. Ты можешь не только мне, и как бы нам всем, с ощущением того, что тебе подарили 1 000 000 рублей. Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Но это тебе подарили 5 000 максимум. Михаил Политимаков в профессии 25 лет. В работе с детьми для него важен прежде всего контакт. Ведь невозможно всего за пару часов чему-то по-настоящему научить, а вот поделиться опытом вполне. Я думаю, что элемент свободы, игры в их жизни, может быть, у кого-то что-то чуть повернется, дай бог. Но это делается не для этого. Это профессия, она накопление. Это вот чем больше вы интервью будете брать, тем у вас будет круче. Или там репортажи снимать. Или, не знаю, самолет водить. Это такая физзарядка, но приятная. Ребята слушали актера с интересом, ведь многие из них не раз снимались в кино, и дополнительные знания в сфере актерского мастерства будут совсем не лишними. Мне немножко не хватает того, что я вживаюсь в роль. Сложно через это прохожу, и мне приходится по несколько раз читать сценарий и даже пробовать перед зеркалом там репетировать. И так что за несколько дней перед съемками я вот репетирую. А когда на съемочной площадке первый раз вот просто сценарий прочитал, фразу, которую мне надо сказать, и у меня бывает хорошо получается, бывает не очень, и приходится несколько дублей делать. Подобный мастер-класс для тех, кто мечтает сниматься в кино, в Иванове не первый. Не так давно состоялся 3-дневный семинар по драматургии и короткометражному кино, где ребята смогли снять свой настоящий фильм. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.